работа именно с бестехники тут. Причем на разных, на экскаваторе, на самосвале. Вот. А я еду за щебеньком. Этот год у меня год щебня, 21-й. Реально. Я уже столько щебня отвез, что, блин, уже запутался в подсчетах. Еду, как обычно, в Гаврилово. Везу в наши края, где я обычно работаю. Ну и потом вроде как еще отсев можно это закинуть, но это не точно. Такой сегодня лайтовый день, я выехал практически, ну не практически, я выехал в обед, потому что я отсыпался, вот. План, да, две машины, щебень и отсев сделать сегодня, и в принципе все. Если там подтвердится еще один закатик, то может быть еще скатаюсь за машинкой щебня, посмотрим. Как-то так. Так что едем. На улице жара лютая, 28 градусов каждый день, это минимум 28, ночью в районе 20-ки. Сегодня было так прохладненько, сегодня хоть поспал, а вот предыдущую ночь просыпался, вообще не мог спать, просто весь в луже лежишь какой-то, жесть. Вот, поэтому решил сегодня подрыхнуть немного, побольше, отоспаться и нормально уже себя чувствуя поехать на работу. Ну а дальше сейчас эту неделю будем так и продолжать, я думаю, как обычно. Часов по 12 дней будем работать в среднем. Ну, не обещаю, что спадет жара, эта неделя тоже будет жаркая. Так что катаемся более-менее аккуратно, на груженной машине не гоняем. Стараемся ехать где-то 70-65. На пустой тоже так, не всегда. Повороты не закладываем, чтобы колеса у нас не бабахнули. Потому что асфальт реально просто горяченный. Горячущий. Что у нас еще? Ба-ба-ба-ба. В принципе, ничего. Давно я не снимал еще. Потому что приехали друзья с Москвы. Постоянно после работы надо ехать на дачу. Там ехать не близко. Тоже время занимает. Причем там посидели. Поздно ездили на озеро. На озере можно купаться хоть в 2 часа ночи. Вообще кайф. Кайфовый. Очень теплая вода. Очень круто. Единственное, да, не высыпался вот за последние 3 дня вообще. Сегодня подрых, все нормально. Можно работать. Можно работать. Так что как-то так. Водитель и машинист на экскаватор. Ни одного звонка до сих пор. Не знаю, в чем дело, в чем проблема. Так что помните, что мне нужен машинист на экскаватор-погрузчик TRX. Что нужен водитель на самосвал КАМАЗ. Если кому хочется, пишите, обращайтесь. Не стесняйтесь. Так, примчал я в Гавриши. Передо мной тут машинки 3-4. Надеюсь, через полчасика погрузиться, не как вчера. То есть вчера, в принципе, быстро погрузились. Но эти вот переезды, блин, я вчера часа 4,5, что ли, вез. Да, 4,5. Обычно у меня 3 часа, там, 3.20 занимает рейс. Тут почти на час больше. Вот, надеюсь, сегодня не будет такого беспредела. И быстренько. Да и плюс я еще через переезды-то почти не поеду. Я поеду лесной дорогой. Там самый короткий путь. Ну реально, я там сэкономлю минут 15-20, наверное. И обратно тоже, скорее всего, там же поеду. Ну, если им отсев нужен будет. Хотелось бы, конечно, чтобы они отсевчик еще заказали, чтобы мне не прыгать туда-сюда с машины в машину. Потому что в другой объект мне надо возить будет по 20 кубов, не больше. То есть, ну, вообще никак не договориться, и это будет еще песок. Поэтому без вариантов. И на Мерседесе я не заеду. Там очень узкие ворота. Ну, как, не узкие, узкая дорога. 4,5 метра ворота. Только-только вот на КАМАЗе заезжал, к ним землю привозил. Земля легкая. Пофигу там. Поворачивает нормально. А с песком будет резать грунт. Там заезд грунтовый. Ну, грунтовка. Поэтому есть вопрос. Так, продвигаемся. Чуть-чуть надо продвинуться.
знакомые люди там стоят. Ладно, сейчас чуть постоим. Думаю, будем уже груженные через полчасика. Да, постоял я нормально. Минут 20, наверное. Там на горе более-менее народу немного, машин немного. Пылище много. Что-то как-то поливалка как-то не очень сегодня поливает. Обычно прям лужи стоят. А тут, видимо, он халтурит. 40-70 начинает появляться на конусе. Более-менее. ЧПС они вон там законусили. Но народу реально стало поменьше, чем вот когда я активно работал в предыдущих видео. Перевозил щебень. Сейчас народу поменьше. Ну, бывает, за щебнем всегда так. Такая она кривая получается. То вообще народу просто не протолкнуться. То вообще приезжаешь и никого нет. Бывает и такое. Грузимся, все окей. Все быстренько. Почему-то вчера была та же самая смена. То ли все в отпуска поуходили. То ли всех поувольняли, не знаю, то ли все сами ушли. Те же ребята и на диспетчерской сидит та же тетя, и на погрузчике тот же чувачок работает. И вчера он меня хорошо погрузил, прям вообще отлично. Я думаю, сегодня повторит, так же сделает. А вот и поливалочка. Бля, они вот не могут сделать этот насос или что у них там, чтобы давление было. Он, короче, у него течет самотеком из этих труб, то есть без давления. Тоже как бы вроде неплохо, но мне кажется... 40 по бортам сделай, пожалуйста. Так было бы лучше. Так, все за талоном. Все, и на весы. Да, народу стало много. В очереди стало. Зашел в магаз, купил мороженки. Экскаватор-погрузчик стоит. У меня был первый такой экскаватор-погрузчик. Самый первый. Только у него задние лапы были, как у нашего белоруса, в стороны. И каретка задняя, ну, задняя стрела не передвигалась ни вправо, ни влево. Ну, такой, кстати, прикольный экскаватор. На самом-то деле, не Holland. Ну, этот Fiat Cabelco называется. А у меня был не Holland. Они, в принципе, одинаковые. Вот, ладно, сейчас охладимся немножечко, потому что, ну, жесть. Уже больше тридцатки. Маски еще долбанные достали меня. Больше тридцаточки у нас уже на улице. Так, тяжковато, если честно. Немножечко. Ладно, сейчас здесь, в принципе, дорожка такая в лесу. И в лесу попрохладнее все-таки, чем по трассе ехать, когда тебя солнце жарит всю дорогу. Там так иногда прям тенечек есть, кайфовенько. И единственная дорога не очень. Ну посмотрим, может быть, грейдер ходил недавно. И там не все так плохо, как я думаю. Да, как я угадал, грейдер был совсем недавно. Судя по бровке с правой стороны, возможно, даже сегодня проходил. Но все равно уже нечего грейдеровать здесь уже булыжники повсюду торчат. Здесь уже весь слой сняли, который только можно. Все равно колбасит. Жестоко. Ну, потихонечку можно на шестой пониженный. Километров 30 в час. 5 километров проехать. Ну, в принципе, не так уж страшно. Да. Грейдер сегодня грейдеровал. Догнал я его. Я смотрю, вот этот грейдер именно. Номер я точно не помню его, но, блин, постоянно везде попадается. Во всех вот этих дорогах. Вроде как с полян, ребята. Но грейдерует плохо, сразу скажу. Очень плохо.
еще не видел, чтобы он нормально где-то отгрейдировал. Страусы. Страусиная ферма здесь. Рядышком с объектом, где я разгружаюсь. Собственно, я уже практически на месте. Какая-то площадка там будет под технику. Сейчас увидим, разберемся. Так, собственно, площадка, вот она. Непонятно, куда разгружать. Но, в принципе, должно быть все легко. Сейчас раскрываю груз. И разгружаюсь, узнаю про щебень. Если им нужен еще щебень, то сейчас полечу за щебнем. Потому что это удобно отсюда. Прям будет кайфец. Так, разгрузился без проблем. Сейчас по этому рыхлому песочку стронуться, главное. О, нормально. Сейчас на щебенек заедем. Будет и конек. Так, короче, сейчас он узнает. Прораб узнает, надо ли отсев. Он, конечно, очень хочет отсев, но вот сейчас с заказчиком созвонится, он денег должен, во-первых, нет. За этот щебень заплатить сначала. Потом мы уже повезем, собственно, сам отсев. Так-то, по идее, он никуда не денется, деньги по-любому отдаст. Это, как бы, я в этом уверен. Как бы не такой человек, чтобы обманывать. Жирноватый вроде немного, говорят. Но это так говорят, это не мое мнение. Вот. Я ценник свой хороший поставил. Устраивает более чем. Я его поднял 50 рублей от обычного, который у меня стоит. Поэтому все отлично. И расстояние сейчас будет сократиться где-то на километров 35 примерно, если я сейчас отсюда стартану и поеду грузить отсевом. Это как бы очень-очень хорошо. Солярочки. Я, кстати, один из заказчиков спрашивает, я экскаватор заправляю. Он так, видимо, чувствовал, что это дизельное топливо, он говорит, а что он, типа, на дизельном топливе работает у вас? Я говорю, да. Некоторые не знают, что как бы спецтехника только на дизельном топливе, в принципе, работает. Я еще как бы не встречал на бензине. Ну, кроме там наших. Уйди ты отсюда. Кроме наших зелов там вроде бы больше никто. Но сейчас на самом деле, в принципе, с такими ценами, наверное, проще делать на 92-м бензине. Экскаватор погрузчик. И мощность будет получше, мне кажется. Повыше. Правда, на высоких оборотах. Кстати, прикольно будет экскаватор погрузчик там, типа, не 2000, не 2500 оборотов, а типа там 6000 оборотов. Вообще будет весело так. Прикольно. Газовать на нем. И ехать, кстати, быстрее будет на перегонах. Ну, мне так кажется. Если на бензине он будет. Ладно, ждем звоночка. Выезжаем потихонечку. Сейчас едем все равно в ту сторону. Если что-то какие-то форс-мажоры, я сейчас позвоню чуваку. И если что, попробую каким-то образом погрузить в эту машину бов там 19-20 и привезти им песочка. Они просто ждут от меня песочку, уже звонили. А я им даже ничего сказать не могу. Но я понимаю, что у меня завтрашний день как для них будет плюс-минус практически полный день. Но сейчас я не готов им ничего везти, потому что не по времени. 16:35. Только-только я на пересменке. Короче, да, у меня еще один рейс, и можно уже домой отдыхать, видосик монтировать, а то давно не было. Ладно, помчали. Ну что, мы снова на сосисках. Домой, дома ничего не взял, поехал
думал, как и вчера, не буду хотеть есть. Я вчера весь день не ел, как бы нормально, на одной воде. И бутылочку лимонада я выпил вроде вчера, и все. А сегодня прям что-то как-то реально захотелось есть. Пришлось в художный остановиться, купить, покушать. Ладно. Редко, но можно. Ну что, свернулся я в обратную сторону, еду. Вроде как по пути мне, все нормально. Еду за песком, потому что со Севом они там что-то, блин, тормозят меня пока что. Пришел заказчик, оказывается, он там принес мне денег. Причем как бы такие они странные, типа, ты что уехал? Я уже уехал, прошло минут 20, наверное. И он типа только мне принес деньги через 20 минут. Я бы там 20 минут реально стоял. Бред полнейший. Вообще просто. Вот, ладно, не важно. Сейчас вот, он еще говорит, что этих не 22 куба привез. Начинается там нытье. Ну, как бы, если что-то не нравится, то я пускаю других еще. За это машину денег отдают. И я не буду туда больше возить. Объект уже выехал, чтобы меня встретить на разгрузке. Сейчас все нормально, если карьера, если будет еще работать, там часа два. Я тогда сделаю сюда два рейса, если машина позволит, но если заеду в ворота. Заехать-то я точно заеду. Там чуть-чуть покручусь, потому что мне нужно будет 20-ку, то есть я буду чуть-чуть не догружен. Поэтому должно быть полегче. Если я отвезу две машины, будет вообще идеально. У меня завтрашний день тогда будет как бы, ну, практически от самосвала до самолета. Уже буду работать на экскаваторе. Да-да. Давненько я не был в этом карьере, конечно. Здесь у них вот ангарчик есть кайфовый. Да я хочу такой же. Только немного, конечно, поуже и покороче, чем у них. Очень хочется. Ну ладно, в будущем, я думаю, сделаю. Обязательно. Ну да, что-то здесь с ранней весны практически ничего не изменилось. Что-то как-то у них практически ничего не берут. И супись, я чувствую, он там впереди меня ждет. Это просто лютейшая глина. Я думаю, ребята сейчас будут в шоке от того, что я им привезу. Посмотрим. Попросили супись, значит, будет супись. Сейчас, если что, вторую машину, не знаю, попрошу, может быть, карьерный погрузит мне. И то в машине пыльно. Пыль по той стороне вся. Погрузился великолепно, потому что можно было стоять на крыше и показывать ему, куда кидать, куда не кидать. Так как он не может зачерпнуть целый ковш, потому что мощности не хватает на погрузчике. И у него как бы не получилось меня перегрузить. То есть все вообще отлично, прекрасно. Таким весом я должен без проблем залететь на разгрузку, разгрузиться и поехать, наверное, еще за одной. И я снова в карьере, приехал за второй. Первую разгрузил, в принципе, норм. Раз примов 5 заехал. Сейчас второй рейс попробую прицепить куда-нибудь, камеру показать, если получится. Короче, такой въезд под вопросом. А карьер этот, конечно, такие прям воспоминания. Это карьер, в который я ездил
принципе, с которого начиналась вся моя деятельность самосвальная, на самом деле. Сколько он уже, я его знаю, лет 10, наверное, даже, может быть, больше. Да, больше 10 лет я сюда езжу, офигеть можно. Сейчас здесь другие ребята арендуют, как бы это не совсем та компания, к которой я и раньше ездил, но все равно. Место тоже осталось прежним. Очень много отсюда возили песка, просто чего здесь только не было. И очереди по полтора часа, когда этот карьер был, грубо говоря, одним. И зимой с ними тут поработал немножечко. Грубо говоря, один покатался. Меня тут сразу так запомнили, что я тут такой хороший, красивый езжу. Потом прям такие бонусы ко мне у меня были. Приезжал, меня как увидит, сразу же погрузчик ко мне. Быстро. И грузить. Было время, было. Так. Обходик небольшой. Как обычно. Крючки надо подтянуть мне, конечно, вот эти вот. Очень сильно ослабли. А здесь от кулибины, конечно, приварили все. Да-да-да. Все приварено. Фигово. Да, я на Мерседесе так смотрю. Здесь-то еще вроде ничего, протектор. А здесь вот он прям реально меньше. Вот, по крайней мере, на этом колесике. Видимо, когда подушки были съехавшие, немножечко мосты подразвернуло. И вот эту часть стирала. Надо их поменять, наверное, местами. Это вовнутрь поставить, а то наружу. Мне так кажется. Блин, не хватало еще колеса поменять в конце сезона. Это будет вообще фиаско полная. Ладно, сейчас почередую тогда машинки. Так как водителя нету, буду тогда на КамАЗе тоже почаще ездить. Хотя там тоже кончаются колеса. Не знаю, но КамАЗ все равно, если водителя так и не найду никакого толкового, возможно, вообще продам КамАЗ, потому что, ну, бесполезно держать столько техники, когда на ней некому работать. Поэтому посмотрим. Не, ну так, в принципе, колеса должны продержаться до следующего сезона и начало следующего сезона зацепить. И еще покатать меня там месяцок, может, полтора. Так себе тема.
меня в гоночной машине были присадки, ну то есть как и есть присадки. Не знаю, они сохранили мне так коробку передач, либо это просто фордовская коробка неубиваемая. То есть я катался полностью гоночный сезон, и с коробкой ничего не произошло. Название я сейчас честно не помню, поэтому не скажу его. Там, кому интересно, пишите в комментариях, я поищу его и обязательно отвечу вам. Это присадка и в мотор, и в коробку, ну короче, где происходит трение, туда и заливаете. Не знаю, я думал, может быть, в кур тоже налить. Это же присадка. Но вот разгрузился. В принципе, норм. То есть руль такой тяжеловатый, но не скажу, что прям совсем жесть какой тяжелый. То есть рулить могу одной рукой рулю. Но мне все равно не нравится. Это был дурацкий. Ужасти. То есть это уже звоночек, что насос тандем скоро надо будет покупать. Это печально. Стоит он. Последний я брал за 20.